Ваше мнение. У вас работа есть? Да. А если вас уволят, что будете делать? Вот мое мнение. Здравствуйте. Ходят слухи, что рынок Южный на 5-м километре будут закрывать. А правда это или нет, мы сейчас с вами выясним. Пойдемте. Да, вариантов немного. Как будет, так и будет. Мы ничего не можем повлиять никак на эту ситуацию. Так что скажут, поставят перед фактом. А там будем принимать решение для себя. Работать дальше, либо просто закрывать свою деятельность здесь и переезжать в другое место. Но в таком формате, как он сейчас существует, у него нету шансов. Его надо перестраивать, потому что вот это вот прошлый век. Для того, чтобы было здесь все красиво и приятно, рынок должен также выглядеть. Соответственно, чтобы люди сюда приходили. А не так, что мы приходим, половина рынка закрыта, половина что-то разбомблено, разломано, то есть все ржавое. Это факт. Дикий Запад. На Дикий Запад еще. Там было все очень классно. Здесь, конечно, все печально. Я про эту страну могу наговорить начать. Не надо. Не, мы это вырежем. Конечно. Нет, ну что вы хотите? Нас вытурить хотят, да и все. Ну при чем здесь это? Мы же понимаем. Не, не надо, не надо. Не хочу я это. Честно, не хочу. Ничего не говорят. Говорят, будет реконструкция. А будет она, нет, не... сложно сказать. Если бы конкретно что-то было сказано, да, вот что там, или закрываться, или аренда прекращается на реконструкцию, ну ничего определенного. Вот это напрягает. Ситуация всегда-то напрягает. Вот. А когда реконструкция, ой, она с 2008 года пытается реконструировать. Вот Райко как пришла, так все, тут такой кипиш был. Так что, ребятки, реконструкцию мы ждем со дня на день уже 10 лет. И какая аренда будет после реконструкции? Тоже вопрос. Вопрос, да. В квартире ремонт. Вроде да, надо ремонт делать, да, а не хочется, да, это все, да? И хочется, и колется, и это самое. Но опять же, рынок полрынка пустого, никто не торгует, да? А когда его сделают, вот говорят, а кто ж сюда встанет за такие деньги? Я говорю, ну, всему свистните, блин, там по 5, по 8 тысяч аренда. За 1,5-2 сюда перебегут все. Я могу сказать, по пожарной безопасности, это самый безопасный рынок. Ну, 2 павильона даже не сгорят. Даже если они будут спать, пожарники, 2 павильона не успеют сгореть. Посмотрите по телевизору, если горит торговый центр, он сгорает весь. А потому что он все под одной крышей, сгорает все. Готовы к реконструкции этого рынка? Нет. Надо ли вам это? Нет. А почему? Аргументировать, потому что отожмут, заберут, и здесь не будет того, что было. А что, вы думаете, сделают все плохо? Да. И это огромные деньги, которые будут делать за счет людей. Мне кажется, есть у нас цели поважнее, куда можно деньги направить. Парковки нет, очень-очень плохо, да, не могли встать, пока сюда приехали. Ну, по-моему, реконструкция нужна, но поэтапно, не так, чтобы весь рынок переносить. Сразу тут же резко, есть площади, да. И потом к реконструкции надо все-таки приобщить тех людей, которые здесь давно работают, чтобы если план какой-то составлять, чтобы с этими людьми были. А когда под общей крышей сотни человек гибнут, сотни. Это самое безопасное вот это вот места. Нет, он один выгорит и все. Реконструкция, это ж не один месяц делается, правильно, да? Как-то надо, чтобы продумали, куда девать людей, которые будут останутся без рабочих мест на это время. Вот что надо продумать. Тут да, может деваться... быть, на площади Нахимова, например, напротив Ленина 2. Там они все раскупят, и денег много. Зачем нам на площади Нахимова? Лучше тогда в здании администрации. Вот. Прямо там в фойе у них встанем и будем торговать. Ну а что делать? Нам вот сейчас дали, за 28 февраля вы работаете. 3-4-5 марта мы вам скажем, насколько и остановится ли. Они толком сами не дали. Наша администрация честно нам в глаза говорит, что не переживайте, реконструкция будет, и вы будете... В любом случае. Да.